Если вы думаете, что мы просто греемся на вечернем солнышке, вы глубоко ошибаетесь. Мы забетонировали две тумбы или два фундамента. Вот они выставили их, забетонировали под колонны. Все, под колонны все готово. И теперь, ну это пустые ведра ждут своего часа наполниться. И теперь мы ставим опалубку для того, чтобы бетонировать террасу. Надеюсь, крайний раз, очень надеюсь. Потому что потом могут быть подтеррасы, подтеррасники, подгузники и все такое прочее. Так что, ну, во всяком случае, дело движется, все благодаря сыну. Это мой самый незаменимый помощник. Так что, вот как-то вот так. А я вот делаю дальше раскопки, чтобы сегодня забетонировать вот эту вот часть, а завтра туда перекинуть и забетонировать заново. И оставить на неделю, и пусть оно, как говорится, готовится. Ну вот как-то вот так. Это стройка выходного дня. Всем здравствуйте и до свидания.